Казахстанцы не пострадали в ходе военного конфликта на Украине. Об этом сегодня заявил официальный представитель МИДа. По словам Айбека Смадиярова, дипломаты сейчас активно занимаются вопросами эвакуации наших соотечественников. На сегодня за помощью к ним обратилось больше 500 человек. По предварительным данным, около 1500 человек были на консульском учете. В первые дни вот этого кризиса мы, естественно, сделали обзвон, и к нам звонили, уточняли цифры. То есть некоторые просто уже вышли, то есть могли стоять на консульском учете, но уже могли покинуть пределы Украины. Поэтому только лишь мы работаем с той цифрой, которая подала заявку на эвакуацию – 528 человек. Первый эвакуационный борт должен был вылететь сегодня утром. Казахстанцев собрали во Львове и повезли в Польшу. Именно оттуда все они отправятся на родину. Однако по дороге возникли сложности. На границе сейчас огромная пробка. В ней застряло порядка 180 наших граждан. Поэтому рейс пришлось отложить. Как только группа попадет в соседнюю страну, за ней отправится самолет. Все это время он ожидает в Атырау. К слову, эвакуировать казахстанских дипломатов пока не планируют. Они продолжат работать на Украине до тех пор, пока не окажут помощь всем нуждающимся.